Знания опасны тем, что они уводят от Создателя, от того, в ком мы истинно нуждаемся, от Спасителя. Они раздувают человека в гордости, надменности и лишают его всякого шанса любить Бога и ближнего своего, служа в смирении и послушании Господу Богу. Знания только то и делают, что требует больше и больше, больше и больше. Это рабство, это зависимость. Ни мира, ни радости, ни покоя это не приносит. Тебе не нужны знания, которые надмевают. Кто любит Бога, тому дано знание от Него. Иисус – освободитель. Он освобождает всякого человека от всякого рабства и всякой зависимости. Только Он делает человека свободным от греха. Только Он. Иди к Нему. Оставь свой грех и свои злые пути. Нет в этом ни жизни, ни будущего. Иди к Иисусу, пока у тебя есть время и возможность. Не жди,